Вы придумали? Ну расскажи, что вы придумали. Это не мой. Можете вообще не знать. Вот там напишите. Подтягивание. Первое, третье. В общем, Павел, оба позитив. Обратите на нас внимание, пожалуйста. В общем, у нас такая задумка. Уступать кто будет? Такая задумка. Задумка в том, что один человек сейчас не на полторы минуты, а на полминуты выполняет связку любых элементов. Не, мы не будем. И другие попробуют это повторить. Попробуют это повторить. Пока просто как идея предлагаю. Мне очень нравится, ребят, все слышали, да? То есть сейчас у нас один спортсмен показывает несколько элементов на 30 секунд буквально на турничке. Это будет интереснее, чем просто подтягивание. И остальные постараются повторить за ним, да? Все услышали? Отлично. Кто начинает, ребята? Паш, ты начинаешь? Может, Паша отдохнет у вас, нет? Нет. Паша не устал. Ну, отлично. Кузякин Павел, ребята, аплодисменты. 30 секунд, пожалуйста, кто мне зазвучит 30 секунд? Кто зазвучит? Они все некоторые умеют. Зачитайте. Ребят, маленькую ремарочку делаем. Тут собрались крутые пацаны. Я думаю, что не каждый сможет это повторить. Мы надеемся, что через месяц каждый сможет. Еще один элемент. Ну все, пап. Неплохо, неплохо. Аплодируем. Keep your mind.